Самодисциплина, ответственность, мне это помогает во всем. Благодаря именно этим качествам, как признается Юлия Урюпина, ей удалось успешно сдать ЕГЭ. Выпускница школы номер 21 корпуса образовательного учреждения в поселке Загорянский абсолютно на всех экзаменах добилась более чем хорошего результата. А на итоговой аттестации по русскому языку и вовсе самого высокого показателя. Получила заветные 100 баллов, о которых мечтает каждый выпускник. В первую очередь очень помогала нам Елена Юрьевна. Потому что к русскому языку мы очень целенаправленно, даже с прошлого года, начали готовиться. Конечно, хочу очень поблагодарить всех учителей не только за знания, но и за поддержку, и за какие-то советы по жизни, за веселые истории, за шутки, за все, что было за все эти 11 лет. И за эти годы Юлия добилась многого. Она призер и победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, обладательница гранта главы городского округа, медалистка. При этом в расписании Юлии были не только школьные предметы. Девушка – личность творческая. Вот и жизнь решила связать с творческими направлениями. Художественные, как дизайн, педагогика в области художественной, художник-график. Ну, в общем, разные такие именно творческие специальности. И также с английским языком, лингвистику я рассматриваю. Я тоже очень люблю английский язык. Давно углубленным занимаюсь. Юлия признается, чем бы ни занималась, во всем старается найти что-то, что может по-настоящему заинтересовать. Что-то, что тебе будет интересно, что будет тебя развивать как личность. И к экзамену это очень, как я говорю себе про себя, что это такая очень подготовка к экзамену, очень утилитарная. Но нужно и в ней находить как бы что-то, чтобы дальше развиваться. То есть, допустим, к русскому языку готовишься, ты же повышаешь свою грамотность. Ну, как бы там ни было, не относись к этому так, что это чтобы вот отмашку решить это задание. Нет, это всегда пригодится, всегда будет полезно. Знание – абсолютная ценность нашего времени, писал Горький. Такие выпускники, как Юлия, доказывают своим примером, что стремление к знаниям ведет к достижению целей и появлению новых. А еще появляется хорошая привычка – учиться, с которой расстаться уже не получится. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.